24 января пошли в магазин. На улице вышло. Небо изумительно. Небо аппарат сразу фотографировать. Думала, что несколько кадров покажу просто. Идем. Красота не помещается. Решила показать вам небольшую экскурсию по части нашего села. Вот там вот небольшая улочка. Вот посередине села мы получились. Окопались там. Их даже называют Рублевка. Почему-то. Там домов 6, наверное. Кучка. Никакой цивилизации. Ни дорог, ничего. Зимой не знаю, как они домой попадают. Наверное, как-то вот так. Вот есть, наверное, въезд с той стороны, но я как-то его еще не дошла. Идем дальше. Это стадион школьный. Дети здесь занимаются спортом. Снегу в этом году навалило. Даже забор перемело. Вот не видно. Нет, тут не спас забора. Вот видно та же Рублевка, вот с другой стороны уже. Здесь детская площадка. Сейчас ее заняло, а весной все оттает. А у бабушки раскрашивают здесь все. Здесь очень красивая площадка получается. Там вот дальше еще один поворот и на следующей улице всего. Мы обернулись назад. Здесь у нас ангары. Вот оттуда мы пришли. Ангары с зерном. Там прямо у нас трасса, здесь почта, администрация, ФАФ, гараж прихожий. Сейчас там автобус стоит, ставит школьный. Идем дальше. Слева у нас старые здания сельской конторы. Когда-то поступила жизнь, теперь никому не нужны, заброшенные стоит. Когда никто не любит, она будет чавкать. И давать такие звуки, поэтому прошу простить. Так, дальше у нас идет столовая сельская, вот это вот здание. Там с той стороны будет сельпо. Вот это красное здание, это начальная школа с 1 по 4 классе. Белое здание, это средняя школа. А с 4 по 9 классе. Школа замечательная. Очень мне нравится. Хорошие учителя. Как подход к каждому ученику. И там не так много, по 10 человек в классе примерно. То есть занимаются каждым. Вот автобусик стоит. Это из соседнего села дети возят. Вон насенка наша идет. Это, собственно, магазин, в который мы шли. Раньше на селе было три магазина. Сельпо, вот этот вот, и здесь на этом месте стоял обычный дом, там был еще один хозяин магазин. И теперь вот сюда переезжает тот магазин, который был на первой фотографии. Ну, это так просто дали фотографировать. Фотографировал все подряд, и теперь, что увижу, то пою. Здесь у нас поворот на следующую улицу. Нашего села туда мы не пойдем. Здесь приблизилась, чтобы показать технику. Только там стоит техника. Видно плотно. Это старый клуб. Тут тоже когда-то кипела жизнь, потом что-то там не устроило аварийное состояние какое-то, уж не закрыли. 50-го прямо в здании. Там ФАП, там маленькая комнатка клуба. Ну, здесь там кипел, вот эти. Детишки, что это. Счастливые, уржохи закончились. Ну и мы идем обратно. Прошли стадион. Батарейки у нас постоянно садятся, хорошо в кармане запасные, аккумуляторы туда-сюда вставляю, меняю в результате. Вот все как обычно. А это я начала вам показать. Если вы помните, я говорю, первая наша улица, вторая наша улица. Вот сейчас вот прямо у нас будет первая наша улица, а налево мы пойдем, вторая наша улица. Мы пойдем с мамой. Мы пойдем по левой дорожке. На улице номер 2. И вот наша мама. Мы сейчас пойдем кругом,
И потом уже дойдем до дома. Обратите внимание, с левой стороны дорожки, как далеко копаете. Это как раз начинается рублевка, видимо. С правой стороны, мое внимание, рублевка Баин, стоящий в огороде. Дальше у нас лес на заднем плане. Сюда мы завернем. Тропинка покопана. Вот. Здесь мне привлек внимание снег, как можно так и красоту не снять. А какое небо было, когда мы зашли? Примерно через 52 мы вышли. Вот такая красота. Быстрее опять фотоаппарат вытаскивать. Щелкать и надеяться, что хватит аккумулятор до дома. Вернулись назад. Отсюда мы пошли. А туда нам надо идти. Вот эта часть села, это такая же окраина примерно, как у нас. Такой, как отсыпь, как бы, расстрелка туда нету. Их постоянно замечают, вот постоянно поля бороздят доктора большие. Это подкапывают периодически. Лес, какое вот великолепие. Вот это место все время заметают. Бывает, не пробивает, и здесь пути нет. Приходится ходить кругом, как мы в магазинчике. Ну, а мы, в принципе, идем уже вот наш последний сверток. Скоро будет наш дом и завершение нашего путешествия. Ну, сколько снегу много. Дома здесь не то самые крысы заметенные. Ну, а тут уже все понравившиеся пейзажи. Просто щелкаю, да щелкаю. Вот уже угол, поворот и наш дом. Каждый раз от матери иду, все время смотрю и все время дух захватывает. А там постоянно солнышко, когда мы идем уже ближе к вечеру, там закат или что, и получается, что солнышко на тучу, сейчас вот не очень, конечно, я не успела этот момент поймать, когда вот это вот было. Но красота просто невозможна. Ну и, как говорится, с чего мы начали, от чего ушли, к тому мы и пришли. Вот просто стою так на месте, кручусь и вокруг себя фотографирую. Без леса жить я не могу. Про него я могу рассказывать вообще часами. Ну, а это вот, собственно, куда, откуда наш путь начался. Вот сюда прямо, куда мы пошли. Это же огород. Уже не выдержала, сбегала еще раз за фотоаппаратом. Тут коровы наши доедают рулон, который мы выкатывали недавно. Ну и, собственно, все. Всем спасибо. До свидания.